вдоль дома номер 90 второго микрорайона нанесли новую разметку дороги. Сделали это по просьбе жителей города. Причина – припаркованные автомобили мешают движению, особенно в часы пик, когда уральцы направляются во дворец спорта «Старт». Плюс у нас хоть и жилая зона ограничена здесь, данная улица, мы видим тротуары, через которые у нас переходят, опять же, наши жители города, в том числе дети. И при парковке данных транспортных средств создаются невидимые участки, посредством которых могут возникнуть какие-то обстоятельства, которые повлекут какие-то тяжкие последствия. Чтобы избежать возможных аварий, на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение о нанесении сплошной линии разметки. Теперь, согласно правилам, в местах, где расстояние между сплошной и припаркованным транспортом составляет менее 3 метров, остановка запрещена. Однако некоторые продолжают оставлять автомобили вдоль обочины, создавая новую проблему. Эти транспортные средства припаркованные вынуждают нарушать граждан вот эту разметку. Вот. Есть обращение уже и в отдел Министерства внутренних дел России по городу Ураю по данным нарушителям. Нарушение правил остановки или стоянки автомобиля влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей.